Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Это как-то пустынно. Время уже 7 минут, через 7 минут 9 часов. Такая тишина, шел по городу. Друзья, начало месяца Рамадан, 11 марта сегодня. И каждый день здесь вот муниципалитет, и сразу сбоку от него площадка большая, но тут есть люди. А так иду, знаете, город вообще пустой. Пустой, потому что у всех был целый день не ели, и вечером он только после захода солнца все поел. Я, кстати, тоже. Но я же проснулся только, насколько ближе к вечеру. Ну, не ближе к вечеру, сегодня рано проснулся. Он тоже я поел, можно сказать, уже после заката, только первый раз. Смотрите, какие красивые тюльпаны. Становится больше, да. Теперь здесь больше. Теперь надо прийти днем показать. Много белых, но не на всех участках еще взошли по-прежнему. Очень много вот этих вот красивых. Красивого цвета. Здесь вот участок вообще еще не взошли почему-то. Там тоже белый. То есть за дня три, сколько меня здесь не было? Ну, дня три, наверное, да. Тюльпанов стало побольше. Я не нашел нигде расписания работы этого городка, что когда будет концерты, там детские мероприятия, спектакли. Наверное, детское что-то идет уже. А, ну да, что-то уже есть там по-любому. Просто как-то тихо все. Много полиции вокруг памятника там. Проверяют документы. То туристы носите что-нибудь с собой на всякий случай, потому что под проверку документов сейчас любой человек абсолютно может попасть, поэтому лучше что-то с собой иметь. Так, здесь будут такие вот темно-вишневого, можно сказать, цвета. Получается, тут у нас не было ничего. Дня 4 назад я здесь был. Дня 3 или 4 я здесь не был. Там вот участок, там еще мало. По-прежнему они только всходят. Ну, надеюсь, что через несколько дней тут будет красота. В этом году они попозже, друзья. Напоминаю, что в прошлом году они были уже 6 февраля. Они уже здесь были. Очень рано было в прошлом году. Там музыка сейчас. Традиционно щербет наливают. Но еще, я думаю, что больше людей будет, наверное, может быть, завтра, чем сегодня, да, потому что еще, ну, может быть, не все знают, хотя кто живет в Алании, невозможно этого не знать. Все знают, что здесь все проходит каждый год. Так, заходим. Какой красивый вход. Сегодня, в этом году, вернее, здесь навес сделали, и дожди не страшны теперь. Сделали здесь защиту от холода, от ветра, видите? А я тепло оделся, я думал, что холодно будет. Монтажом буду снимать, потому что была музыка. Полдесятого будет концерт кого-то. Не, людей тут много довольно. Людей очень много. Детишки очень радуются, они ждут всегда эти праздники, тут все для них вот начинается. Я тепло оделся, тут же всегда холодно, а сейчас вот это здесь сделали замкнутое пространство, я не могу здесь находиться, мне жарко. Даже не знаю, буду ли я ждать концерта, пойду немножко выйду на набережную. Потому что здесь реально очень тепло, людей много очень. Я думал, что как всегда все только навес сделают сверху, а они, оказывается, взяли, сделали полную защиту. Ну вот отсюда вот начинаются боковые эти самые, клеенка там или что-то. Вот здесь мы входим уже в замкнутое пространство, и много людей там, довольно жарко. Еще и там всякие, там чай, кофе, там еще что-то. То есть, ну, везде идет тепло, и тут реально просто как помещение себя чувствуешь. Вышел на свежий воздух.
Пойдем пройдемся немножко по набережной. Фух, но зато никакие дожди не будут угрожать, какой бы ливи не было, люди спокойно смогут наслаждаться концертами. Довольно много там детишек, обычно детишки потом пройдут и на концерт остаются обычно уже. Мэр Алании, смотрите, Адемурат Юджель, прикольно, прям с экраном машины, он прям светится. На концерт обычно остаются уже намного меньше людей, чем поначалу, когда все мероприятия идут для детей сначала. Фух, тут вышел, тут свежо, прям так. Я думал, как одеваться, думаю, наверное, все-таки такое ближе к теплому надо. Потому что я уже, честно, отвык уже и гулять ночами. Даже не верится, неужели то я гуляю ночами летом. Сейчас шел город пустой. Вообще непривычно там. Сейчас постепенно все выходят, все покушали вечером. Кто-то в гости направляется, кто-то шашлык делает. Много людей, я думаю, сейчас если идти по набережной порта, то много людей, наверное, будет тоже. Ну, довольно много. Нет, большая часть, конечно, там сейчас на концерте, тех, кто у кого семьи с детьми особенно. А, нету на стену, не услышал, но я не пришел. Честно, даже не знаю, буду ли я ждать концерта, потому что ну, там нереально сидеть, там надо вообще все раздеваться, снимать. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, как-то оно привыкшено все было на свежем воздухе, а сейчас уже как бы не совсем на свежем воздухе, когда закрыли все стены по бокам тоже. Не был я готов к такому. Плюс куча людей еще там. Так, идем, выйдем куда. Маяк, наверное, не пойду, потому что у меня нету столько корма. Я не готовился туда идти. Поэтому все с собой. Как-то тихо, но вот там я шел, вообще тишина, этого всего не слышно даже. Звук у них там не очень сильный. Думал, неужели там еще нету ничего, хотя читал, что сегодня же все откроется точно. Тут по чуть-чуть, не, ну по набережной, да, люди ходят. Молодежь в основном, тут тоже он по чуть-чуть есть. Ветра нет, очень классная погода, градусов где-то на 17, наверное, такие мне относительно теплые, но я одет тепло. Луны, как всегда, нету. Полчаса там будут детские мероприятия, а потом будет концерт первый на сегодня. Ну, нарисован там артист, который будет выступать. Что-то такое ближе к народному, я думаю, будет. Турецкий фольклор какой-то. Так, не пойду я, наверное, сейчас туда, к маяку не пойду. Похожу немножко. В принципе, можно погулять, я уже реально отвык от вечерних прогулок. Не то, что в 2 часа ночи или в 3 гулять, а отвык даже от гуляния в 10 вечера. Так, друзья, время 9:30, я не стал ждать концерт. Я нахожусь возле миграционки музея имени, музея Ататюрка. Как я сюда попал, видео выйдет без паузы монтажа. Мы пришли сюда с, ну, практически с набережной порта. Не пропустите, либо оно уже на канале, то видео, возможно. Екта здесь красивая, здоровая, как он называется, я забыл, Екта Квин, да? Екта Royal Club. Такие у людей потолки высоченные, там по метра по 3, наверное, судя по человеку на фоне окна, который стоит. Крутейший комплекс. Екта Homes Royal Club. Все, мира, добра, позитива всем. Кто приходит туда, друзья, там раздевайтесь, там тепло будет внутри, а на улице довольно-таки свежо. Вот я сейчас иду, и мне не жарко. С градусом, может быть, даже 15 всего лишь. Будет еще меньше через пару часов.